30 октября отмечают свой профессиональный праздник «Люди за баранкой». День автомобилиста выпадает как раз на неблагоприятную пору. Еще не зима и уже не осень. Скользкие мокрые дороги, пролетающий крупный снег. Все эти погодные условия не на руку шоферу. И мало кто успеет переобуть свои колеса. Уважаемые автолюбители, будьте готовы к причудам и переменам нашей уральской погоды. Готовьтесь к зиме вовремя. Тем более, что за последний год увеличилось число транспорта в городском округе на 2000 единиц. И всего составляет 13 107 автомашин. И соблюдайте правила на дорогах.